Итак, ребят, сейчас мы хотим вам продемонстрировать возможности автомата Калашникова стрелять без крышки ствольной коробки. Крышка, она может соскочить в бою или быть отстреляна, или при стрельбе из подствольника ГП-25 может просто отлететь. И вы можете продолжить стрелять без крышки ствольной коробки. Рекомендовано ли это? Категорически нет. Но если нет выбора, и вам нужно продолжать бой, то делать это абсолютно безопасно. Только надевайте защитные очки, хорошо? Мы всегда используем защиту. Так, теперь, следующая часть, которая может быть повреждена в бою или потеряна в стрессовых ситуациях, это, друзья, возвратная пружина. И Дима сейчас здесь нам продемонстрирует стрельбу без возвратной пружины. Вам все еще можно использовать автомат Калашникова, он просто превращается в болтовку. Вам нужно вручную закрывать патронник, прежде чем стрелять по цели. Есть здесь высокий риск при стрельбе из Калашникова без возвратной пружины. И осторожнее, если упираете приклад в плечо, потому что в некоторых Калашниковых затворная группа может слететь с направляющих. Стоит это опасаться, друзья. Возможно, лучшая идея — это стрелять с бедра. Однако, если вам придется, то вы можете производить и прицельные выстрелы без возвратной пружины. Ну и, наконец, мы хотим продемонстрировать вам, что между автоматами Калашникова безопасно менять части — затворную группу и поршень. И в данном случае у нас есть застава сербского производства, и вы можете взять затворную группу и переставить в АКМ польского производства и без проблем приступить к ведению огня по целям, то есть продолжить бой. Значит, вы можете поднимать различные части от разных АК, собирать их хоть прямо на поле боя и продолжать сражаться, продолжать посылать пули в цель. Только, друзья, как я ранее сказал, всегда носите защитные очки или другое защитное снаряжение, потому что в таком случае есть доля риска и много мусора, вылетающего из автомата, а вы совсем не хотите с этими элементами встретиться. Но если нет выбора, и вы должны продолжить бой, то вот они, эти возможности автоматов Калашникова, которые позволят вам продолжать сражаться и посылать пули в цель.